Вот он, чудо-богатырь. Новый 330-сильный трактор. Очередной опытно-промышленный образец выходит из стен Чебоксарского завода. Машина рассчитана на работу в самых тяжелых погодных условиях. В кабине постоянно поддерживается микроклимат. Легкое нажатие пальцев, и мощный трудяга-трактор поворачивается в любом направлении. Производительность новой машины в 5 раз выше всех отечественных гусеничных тракторов. Опытные тракторы выпускает экспериментальный цех. Строительство завода продолжается. Монтажники из бригады кавалера Ордена Трудовой Славы Зуфара Сайфуддинова дали обязательство раньше срока закончить цех тяжелых стальных отливок. Это значит, что Чебоксарский завод в 10-й пятилетке приступит к серийному производству промышленных тракторов.